Яркие номера, многочисленные поздравления, подарки и песни. 60 лет – достойная дата, которую хочется отметить красиво и масштабно. День рождения школы номер 20 отпраздновала в зале Творца детского творчества. На праздник пришли директора школ, ветераны педагогического труда, родители, учителя, выпускники. В этот день в адрес школы прозвучало много теплых слов. Именно вы строите будущее. Именно вашими трудами, вашими стараниями, чаяниями строится наша страна. Огромное спасибо действующему составу школы. Огромное спасибо ветеранам. Вы создали уникальный коллектив, который продолжает работать на пользу города и на пользу страны. Вы, правда, одни из лучших в нашем городе. Я сегодня очень долго думала, какие самые значимые аспекты, да, для меня в 20-й школе. Я знаю точно, что это стабильность и принятие каждого ребенка. Вот эта уникальность, когда каждый знает, что он имеет свою значимость на уровне школы, что он нужен, что он востребован, что к нему найдет подход. Вот это особая, наверное, значимость, прежде всего, прекрасного, мудрого педагогического коллектива, который умеет работать. Коллектив 20-й школы наградили почетной грамотой города Сарова. За долгие годы у учреждения появились свои традиции и друзья. Более 20 лет школа сотрудничает с ДШИ номер 2. В 1997 году на базе начальных классов школы номер 20 открыли фольклорное отделение детской школы искусств. Поэтому свой поздравительный номер подготовил и сводный ансамбль учащихся 4-х классов. Многие годы в школе действует туристско-краеведческий клуб, волейбольная секция. Недавно появился военно-патриотический отряд. Школа гордится тем, что в ее стенах учились Сергей Худяков и Константин Васильев, и помнит своих героев. Воспоминаниями о школьных годах поделились первые выпускники. 63-й год. Коллектив школы. Возглавил замечательный человек Фокин Леонид Павлович. Это бывший фронтовик, разведчик, лейтенант, награжденный боевыми наградами. И вот он сплотил коллектив. На юбилей школа номер 20 получила много подарков, один из которых – сертификат на приобретение интерактивной панели. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.